нечего тебе сказать. Разговаривай. Дай выпить. Дай, закажи мне еще выпить. Ну, привет. Я знаменитый капитан Редрик, гроза южных берегов. Если мне довелось убить кого-то из твоих близких, и ты жаждешь мести, тогда мы будем драться насмерть. А если у тебя есть ко мне дело, тогда говори. Попутного тебе ветра. Thank you.
ужасные новости. Скажи, от этого зависит немало жизней, и мне нужно знать. У стражников на груди был символ красной руки. Красная рука Строма. Проклятие. Это все-таки случилось. Но хорошо, что тебе не пришло в голову вмешиваться. Они совершили немало темных дел в последнее время. Особенно старался их предводитель, зингалец по имени Кесадо. Струм правит Тартажем с помощью красной руки, а Кесадо стал глазами тирана. Ночь становится темнее с каждым твоим словом. Ох уж этот Кесадо. Ему ведомо все, что происходит в городе, будь он проклят. Что ж, на этот раз удача ради разнообразия оказалась на нашей стороне. Я знаю, что Кесадо должен встретиться с одним из своих осведомителей как раз этой ночью. Как ты смотришь на то, чтобы отправиться послушать, что скажет эта речная крыса? В прошлом мы видели, как он устраивал встречи на улочке, что в квартале, знаете, недалеко от дома на Дине. Прокрадись по переулкам и заберись на крыши. Быть может, тебе удастся подслушать, о чем они будут говорить во время встречи. Мы должны узнать что-нибудь об Ариасе или хотя бы о том, что Кесадо затевает в Тартаже. Замечательно, конечно, как у него нет навыков краситься. Собачья жажда благодарит тебя.